65 лет сегодня исполняется всемирно известному дирижеру и альтисту Юрию Башмету. Юбилей стал для народного артиста России двойным. Маэстро также отмечает 50-летие своей карьеры. С торжественной датой Юрия Башмета поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что артист по праву входит в число самых ярких музыкальных деятелей искусства современности. В Беларуси Башмета ценят еще и как маэстро прославленного международного фестиваля. Этот значимый культурный проект ежегодно собирает таланты в нашей стране со всего мира.